Ладно, последний выстрел. И последний выстрел, блядь. Hey, what's up, меня зовут FlyGK, добро пожаловать в Fortnite. Ну что ж, ребята, я решил на этом канале вести небольшую игрушечку под названием Fortnite. Ну, большинство, наверное, знает эту игру. Это, ребята, игра из режимов Battle Royale, то есть... По типу PUBG, там, DayZ, я не особо шарю в DayZ и тому подобное, но я могу точно сказать, что это по сравнению с PUBG, реально, PlayerUnknown's Battlegrounds, которая. Это, блядь, просто реально бесплатная, такая прям казуальная и легкая игрушка, вот реально, для расслабления можно в нее очень сильно поиграть, вот реально расслабиться. Мне она очень сильно нравится, в перерывах от PUBG, когда вот мне реально заебал PUBG, я захожу в Fortnite и реально кайфую, релаксирую, потому что тут намного легче играть. Я думаю, что, ребята, если вам эта игра все же понравится на канале, вы хотите ее больше видеть, то поставьте, пожалуйста, лайкус под этот видео и напишите в комментариях, типа, нравится ли вам эта игра, что вам больше нравится, PUBG или Fortnite, или вам сразу две эти игры нравятся, как мне. Просто мне нужно небольшое разнообразие, я не могу играть в одну и ту же игру много раз. Скажу честно, я чморил Fortnite, потому что, ну, типа, просто, знаете, на хайпе PUBG сделать такую игру и, типа, мы тоже, типа, классные, смотрите на нас. И, типа, когда я решил в неё поиграть, я просто забрал свою славу назад, заткнул ебало и больше не выёбать, потому что Fortnite реально интересная игрушка. В нём можно поебашить, да и с друзьями, на самом деле, пища. Вот мы с Глючом играли, вот 3 дня, и каждый день мы брали топ-1. Это потому что легче. Вот реально, взял пиздатого дружбана, который умеет такие батл рояль игры играть, и все, и тащите. А мы тем временем приземлились пока что на ферму. Я не знаю, что тут можно найти пока. Я сундука не слышу даже. Поэтому, ребят, если вы вдруг знаете какие-то стратегии, какие-то классные вещи в этой игре, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я не особо такой профессионал в этой игре. Не особо в нее умею играть. Может быть, тут есть какие-то фишки, которых я не знаю. Они такие простецкие, но я о них не знаю. Поэтому лучше напишите, пожалуйста, в комментариях. О, парень есть. Блин, хоть одну пулю бы попал, пиздец. Ой, нормально полетело, блядь. Нормально летят. Ага, это сзади уже. Понятно. А тот был в доме. Нет, тихо. Пиздец, первая каточка просто, блин, комом. Едем на вторую сразу. Не знаю, выбрал самое такое прям отдаленное место от хотспота. Опа. Опа, опа, так, одного парня уже вижу. Может быть, сзади меня кто-то еще есть, но как минимум один уже есть в городе. Поэтому нужно быстро... Опа, опа, вижу уже броню, отлично. Отлично, броня уже есть, вижу. Опа, ебать ты, пацан. Блять, ладно. Лучше не медлить. Быстро, быстро, ну подберись. Где он? Куда он пошел? А надеюсь, он дома здесь? Нет, он ушел куда-то. What the fuck? Так, ладно. Не медлить и найти того пацана. Того пацана? Это, ладно, куда-то съебался. Надо того найти. Так. Сундучок где? Здесь должен быть сундучок. Но броню я видел. А, это не броня, а была это... Окей, беру свой слово назад. Это была ямочка. Но в то же время... Синяя тоже. Неплохо. Так. Тут парень. Вон он. Вон он, вон он, вон он. А, 2. Окей. Лоу хп. Пойдем убивать. Парень, лоу хп. Парень, лоу хп. Братишка. Давай, 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 давай. Мне пора тебя убивать. Лучше вот так сделаем. На ближней дистанции самое то. Ага. Заюзал хилочку. Ага, понял. Где он, сука? Блять. Пинты все заюзал, пиздец. Два сундука залутал, пиздец. Жирненький парень. Ты куда ушел? Братан! Пора драться! Давай драться. Сука! В доме сидит, ждет меня, пиздец. Так, в подвале?
Ага. Что это заебало, блядь? Что это вылезло такое, а? Что это было? Вылезло такое чудище. Пистолет достало. Так, подожди. Нет! Это другой! А второй где? Напомню, что мы стреляли здесь на балконе, был вроде этот блондин. А это негритянка, которая была с нами как раз таки тогда, которую мы не кокнули. Тихо. Вот по звуку мне кажется, что я тут не один. Так, я возьму на всякий случай так. Ага. Ну ладно. Аккуратненько, самое главное. Ебашим. Мне реально очень сильно в Fortnite бесит элемент строительства. Ну реально, это такая, блядь, имба, можно сказать. И в то же время... В то же время ненужная, блядь, просто херня. Потому что... Ну вот стреляет тебя! Хоп, взял, отстроился. И в чем смысл? Это неинтересно. Это безумно неинтересно. У тебя хуярят, но принимай поражение. Не спрячься за архитектуру какую-то, которая рядом с, блин, с тобой. Ну, блядь, ну не так, как пидор. Это не классно. Мне вот реально не нравится это. Этот элемент строительства. Но, наверное, сюда добавлен, потому что, ну, блядь, ну а хули, у нас уже есть элемент строительства в Tower Defense, так почему бы и в Battle Royale не запихать его? Вот с такой мыслью живут у нас разработчики Fortnite. А, это я поставил, окей. Я жду... Ай, стоять. А нихуя не понял, что ли, или что? Пф, ладно, братан. Раз ты хотел умирать, ты умер. Не благодари. Так, подождите. Нам нужно взять... Вы заебали. Серьезно. Он сук открыл. Тебя раз. Сколько у тебя хп, блядь? Сколько? Пиздец, ебанутишь. Миллион хп просто имеет. Миллион. Так, делаем так. Ну, блин, гранатомет я бы взял. Че, берем гранатомет? Да, возьмем гранатомет. Нам особо так не нужно этот бомбочка, ну, это граната. А вот гранатомет понадобится. Че, он взял, получается, да? Да, видимо, он сундук и взял. А, нет, не взял. Окей. Тогда заберет его тот, кто разъебал тут всех. Ну? Серьезно? Да ладно вам. Погодите. То есть здесь? А, здесь. А тиска здесь, да? Блять, окей. Опа! А это неплохо. Давай. Пум-пум-пум-пум. Хилимся. Окей, Джонни без бинтов, зато со снайперкой. А снайперку мы в третий слот помещаем. Ну все. Теперь пора... Что делать? Зона огромная, 28 выживших. не классно, ребят. Очень не классно. Пиздец, как не классно. Ну, блять, реально, карта огромная. Блять, бабочка, я, сука, испугался, думал, это человек. Карта огромная. Людей мало. И вот на такой огромной карте 28 выживших, пиздец. Просто лютейший пиздец. Зато у нас ресурсов очень много. У нас очень много дерева, очень много кирпича, очень много металла. И да, я думаю, что нам лучше отстраиваться кирпичом. На всякий случай. Ну, сейчас мне самое то, наверное, искать врагов. Но прежде чем я это сделаю, я возьму этот сексуальнейший сундучок. Почему бы и нет? Хотя, мог... Блять, а металл-то зачем, Джонни? Тьфу, долбоёб. Вот из дерева заебись. Ну, отлично, да. Что из такого сундука может выпасть? Опа. Кто это по мне сейчас стрельнул? Что это сейчас за пукалка была, блядь? Подожди. Пидорас!
Ладно, последний выстрел. Тебе последний выстрел, блядь. Дурила. Что сказать, дурила. Так, у тебя, по-моему, даже дропа нет нормального. Давайте посмотрим. Опа. Понятно, чуть больше. Ждем, 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 ждем. Понятно. У него чуть быстрее пуля летит, значит, у него что-то попизже. Вылезешь, нет? Нихуя ты. Нормально придумал. Блять. Ненавижу снайперку эту, потому что у нее пули медленные. Пиздец, какие медленные пули. Пуф, окей, нормально. Неплохо сыграно. Опа. Это откуда куколка была сейчас? Хорошо. Ладно. Пиздец. Окей. Давай, давай, Джоня, живи, сука, живи. Живи. Это опасно, я понимаю. Но ты живи. Все, пока заебись. Так, что у этой снайперки? 9. У нас 40. Ладно. У нас в любом случае больше. У нас больше. Так, и того чувака полутать. Где еще, чуваки? Где еще? Сука, он дробовик взял, он мог меня спокойно отхуярить, серьезно. Это мне очень сильно повезло, что он меня не расхуярил. Вообще, нет. Лучше я оставлю так все как есть. Так, эмочка синяя. Ну-ка. Нет, у меня лучше. Ну что, пошли в зону? Только в зону опасно идти. Потому что... Что? 16 человек. Надо отсмотреть хорошо. Может быть, кто-то сзади такой. Оп, решит пойти. А, блядь, а чё Джонни не расхуярить, а? Чё бы нет? Вот сейчас чувак меня мог расхуярить спокойно, но... Снайперка такая херня. Медленная. Что очень сложно. Очень сложно ей попасть. Ладно, пойдем аккуратно. Аккуратненько. Блять, без шифта лучше, конечно. Но... Зона далеко. Зона очень далеко. Ладно, шифт врубаем, поехали. Транспорта не хватает. Транспорта хочу. Транспорт. Очень сильно хочу транспорт. Очень сильно транспорт. Ладно. Сука, реально очень сильно транспорт нужен. Очень сильно. Но зону мы вроде успеваем, да? Она идет сейчас? Да, она идет, зона, я вижу уже по мини-карте. Нам нужно успеть. Джуни, взял, собрался. Today I'm going in safe zone. И смотрю по сторонам, чтобы меня не убили. Так. Там, блядь, съели. Зона съела, блядь, постройку. 14. Опа. Опа, 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 опа. Опа, кто это прыгал? Кто это такой прыгунчик? Блять, понятно. Ебать, как флеш отстроился! Ёбани рот! Пу! Что? Окей. Ну, неплохо, в принципе. 6 киллов. 14 место. Почему бы и нет? Ладно, ребят, я думаю, что на этом первый ролик на канале по Fortnite мы закончим. Если вам все же понравился Fortnite, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях полезные подсказки. И также, хотите ли вы еще PUBG Fortnite или нет? Обязательно PUBG. Ага, Женя. На этом все. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.